Это все приводит к тому, что душа становится маленькая, и рядом с этой душой начинается подселение. Подселение зла с правой стороны входят, подселение добра с левой. Те, которые с левой, они должны кормить и помогать, а те, которые с правой, они должны наказывать и направлять. Ну и, как правило, у людей вот такие вот моменты происходят. То есть, чем добрее человек, тем больше тех сил, которые направляют и помогают. Чем больше зла в человеке, тем больше тех сил, которые разрушают и ломают. Ну и совесть в этом случае, она исключительно зависит от силы души этого человека. И что может возникнуть в случае, если совести нет? Как можно помочь? Поможет черная бусина. Найдите бусину из обсидианта или из гематита. Представляете, каждый день будто человек сидит в этой бусине. И вы ему произносите: сиди в этой бусине, пока совесть не появится. А там, где находится его грудь, внутри груди, представляете, букву Х. Букву.